Не тратьте время на поиск. Тратьте время на просмотр. Вы видели? Оно работает! Смотрите на вашем смарт-ТВ. Кинопоиск. Все здесь. Как известно, историю пишут победители. Общеизвестно, что первыми историками России были иностранцы Байер, Миллер и Шлёцер. Из этого следует, что западные европейцы победили, но нам об их победе и нашем поражении не рассказывают. Наверное, вы слышали, что историю Китая написали и иезуиты, скопировав ее с истории Рима. В интернете много статей о том, что всю мировую историю написали иезуиты. Иезуиты – мужской духовный орден Римско-католической церкви. А что же Россия? Нам тоже историю придумали? Свою версию хронологии событий я сформулировал в самом конце видео. Есть такое явление, как Екатерининский сдвиг. Заключается он в следующем. История России повторяет историю Древнего Рима в малейших деталях. Они похожи, словно в два автомобиля одной серии, выпущенные одним заводом, пусть и с разрывом в 1168 лет. Стоит римскому летописцу помянуть Персию в связи с войной, и его русский коллега обязательно откликается и с отрывом в 1168 лет размещает в хронике сообщение об удачном походе Стеньки Разина как раз в Персию. Стоит римлянину сообщить о начале борьбы с еретиками, как в московских летописях снова с отрывом в 1168 лет начинается борьба с точно такой же ересью, где-нибудь в Новгороде. Местами это выглядит вообще весело. С тем же разрывом в 1168 лет монархи абсолютно синхронно женятся, их соправители также синхронно умирают, а малолетние царевичи становятся жертвами самозванцев. Несмотря на колебания дат до трех лет, точность совпадений невероятная. На интервале в 1168 лет отклонение составляет 0,26%, практически ничто. Буквальность же повторов обескураживает. Если молодой царь под присмотром дядьки, то в обеих хронологиях уточняется, что царь 16-летний, хотя можно было и не уточнять. А если царь женится, то непременно в обоих случаях указано, чья дочь его невеста. Загадочная корреляция начинается в 1054 году, длится 720 лет, 10 астрологических 72-летних циклов, а завершается в 1773 году, как раз при командовавшей составлением истории государства российского Екатерине II Великой. Андрей Степаненко, первооткрыватель этого открытия, назвал это явление как «Екатерининский сдвиг». Андрей добавляет: после 1762 года в российские архивы запустили иезуитов, которые писали историю Российской империи. Русская история, словно школьное сочинение, списана с римской. Получается следующая ситуация. Если все выше является правдой, а это является правдой, означает ли это, что вся история России до Екатерины II придумана? Тут я не буду делать поспешных выводов. Сам автор этого наблюдения тоже не спешит и пишет следующее. В основе этого хронологического ряда – оригинальные документы русской истории. Просто екатерининские академики, большей частью и европейцы, рассортировали их и выстроили по римским, самым лучшим образцам. Зерно сомнения в официальной истории, несомненно, есть. Давайте немного порассуждаем или побредим, кому как больше нравится. Альтернативные историки, они же, по мнению некоторых, фрики, ведь они посмели усомниться в походе полутора миллионов лошадей татаро-монголов зимой на Русь. Людям, которым интересна история, наверняка будет интересно создать свое генеалогическое древо. Это способ познакомиться со своими предками, узнать, кем они были и чем занимались, где жили. Только вдумайтесь, все принятые ими решения на протяжении веков привели вас к тому месту, где вы сейчас находитесь и кем вы являетесь. Это так захватывающе. К счастью, свое генеалогическое древо можно создать с помощью конструктора «Код памяти». Воспользуйтесь им бесплатно и выстроите все связи с родословной, а еще разместите все фото, видео, аудио и воспоминания родных. Не все знают своих родственников дальше бабушки, но у вас есть уникальная возможность узнать больше. А с кодом памяти это еще и удобно, просто и наглядно. В отличие от западных аналогов, размещенное на коде памяти семейное древо никогда не будет закрыто для доступа, и информация будет храниться вечно. Создавайте, размещайте и передавайте генеалогическое древо с помощью кода памяти быстро, удобно и бесплатно. Ссылка в описании. Допустим, история придумана, а что же было вместо нее?
Давайте я пока сделаю смелое предположение, а потом посмотрим, складывается история или нет. Моя версия очень простая. Человечество очень быстро развивается. Катастрофы отбрасывают его на более низкие ступени развития, после чего развитие повторяется заново. Покажу это на графике. Историки зачем-то скрывают факт катастроф, скрывают более развитые технологии и берут за основу посткатастрофный период и заявляют, что так жили всегда. По версии альтернативщиков, на каком-то этапе была единая высокоразвитая цивилизация, которая была практически обнулена античным потопом. Дату попробуем определить позже. В темной истории есть несколько просветлений в виде ярких исторических персоналей, как правило, правителей. Таковыми являются Иван Грозный и Александр Македонский. Почему именно они, понятно будет дальше. Фальсификаторы оставили только имена, а весь быт и технологии описали примитивными. Например, какая артиллерия была во время Ивана Грозного? Стальной ствол с нарезами, казенное заряжание, клиновый затвор. Ссылки на эти видео в описании. А какое оружие было во времена Александра Македонского? Луки и стрелы? Не только. Были еще и ваджры – оружие богов, работающее на непонятных нам физических принципах. Как выглядел Иван Грозный? Вы, наверное, думаете, что как-то так? Или так? Но нет, он выглядел как античный правитель. Посмотрим на рельеф Иван Грозный поэт своего воина в Строгановском дворце. Давайте в этом видео я попробую соединить историю России с историей скифов и скифии. Особенно интересно будет понять, в каком веке надо это сделать. Ломоносов указывает, что скифы – западное название народа чуть, сарматы – это славяне. Соединившись вместе, образовался народ русский. Жреческие историки помещают скифов в Крым, а потом скифы постепенно расселяются вокруг Крыма. Я думаю, из этого следует следующее. Скифы выживали в горах Крыма после античного потопа, который, по версии независимых исследователей, был в 1400-1500 году. Я думаю, скифы выживали не только в крымских горах, а вообще во всех горах континента Евразия. Единственное, что крымская история скифов описана максимально подробно, и она сохранилась. Дальше земля начинает подсыхать, и скифы расселяются вокруг Крыма. Можно ли доказать очень мощную катастрофу, античный потоп которой был около 500 лет назад? Думаю, да, на это указывают несколько наблюдений. Первое наблюдение. В 1520-е годы начинают массово строить кремли. Как правило, кремли – это самые старые здания в тех городах, где они есть, более старых зданий практически нет. Также отсутствуют материальные артефакты с датами ранее 1500 года. Есть таманская плита и плита с зашифрованным процессом получения булатной стали. Если перевести даты, то, как правило, они уже после 1500 года. До кириллицы славяне использовали глаголицу, еще раньше – руны. Камни с руническими письменами находят в горах. А как часто находят надписи с глаголицей? Старейший образец глаголицы был найден во время раскопок в Хорватии. Почему нет хотя бы одного памятного камня с датой битвы? Битв было много, должна была сохраниться хоть одна. Если памятники разрушались по каким-то причинам, почему их не восстанавливали? Почему нет надгробий влиятельных, известных или богатых людей прошлого с датой до 1500 года? Историки решили обуть его лапти и заявили, что все было деревянное и все сгнило, и поэтому обсуждать тут нечего. Альтернативные историки настаивают на катастрофе, которая все уничтожила. После люди начали развивать цивилизацию практически с нуля. Я думаю, что 1400-1500 год разделяет историю на до и после. Давайте укажу на экране, чего нет до 1500 года. Нет этого потому, что было чем-то уничтожено. А теперь покажу, какие процессы начались и что появилось после этой даты. В 1498 году началась колонизация всего мира испанцами. В 1520 началось строительство кремлей. В 1527 году войска загадочного испанского короля Карла V захватили Рим. В 1534 был основан орден иезуитов. Главная курия ордена находится в Риме. В 1553 году англичане приплыли в Россию. В 1581 году иезуит Антонио Пассивино прибыл в город Старица Тверской области, где в то время находился Иван Грозный.
Он пытался уговорить царя обратить Русь в католичество и принятие церковью унии, то есть подчинение Риму. В 1584 году англичане отравили Ивана Грозного ртутью. С тех пор ведется необъявленная война Англии против России. Что же могли сделать вечно отсталые лапотные славяне продвинутым англичанам, что они нам мстят уже 500 лет подряд? Или же настоящая история была совсем другой? Почитать подробнее об этом можно в моем телеграм-канале. Если не было бы катастроф, в каждом городе были старинные здания возрастом старше 500 лет. И на них были старинные надписи, глаголицы, буквицы и даже, возможно, рунами. Такие здания есть, но почему-то во Франции. Датировка текста – 12 век. Еще есть более старые мозаичные тексты на древнерусском языке в окрестностях Средиземного моря. Много ли таких в России? Большая часть территории России – это равнины, плоскогорья и низменности. На севере нет гор или скал. В случае потопа с севера приплывут огромные льдины, которые снесут города, построенные на возвышенностях. Эта версия объясняет практически полное отсутствие старинных зданий старше 500 лет. В Европе, наоборот, много гор, поэтому там все гораздо лучше сохранилось. Потоп, естественно, уничтожил технологические достижения прошлой цивилизации, но часть артефактов осталась. Такими артефактами являются ваджры – оружие богов, работающее на непонятном нам физическом принципе. С ваджрами засветились все великие люди прошлого. Ваджры изображены на монетах Александра Македонского и его отца Филиппа. Также ваджру можно увидеть в руках скифского казака. Автомобилей или виман больше нет, пересели на лошадей, зато остались ваджры. То, что до 1500 года что-то случилось, думаю, понятно. Теперь давайте подумаем, на каком этапе соединим историю России и историю Скифии. Помним, что скифы или чуть – предки русов. Филипп II и Александр Македонский воевали со скифами. Известен поход Александра Македонского в Индию и его бой с индийским царем Пором. Официальная датировка похода – 327 год до нашей эры. На эту тему было написано множество картин, парсун, гравюр и лубка в 17-18 веке. Давайте посмотрим некоторые. Лубочная картина «Царь Александр Македонский». Лист происходит из коллекции Адама Васильевича Алсуфьева, 1721-1784, сенатора, статс-секретаря императрицы Екатерины II. Официальная датировка – 18 век. Существует парная гравюра «Пор, царь индийский». Лубок – славное побоище царя Александра Македонского с царем Пором индийским. Лубок русский, 18 век. Вот еще несколько картин. Все написаны в 17-18 веке. Александр Македонский разрубает Гордиев узел. Александр Македонский у тела персидского царя Дария. Жан Лемер. Александр Македонский, поклоняющийся гробнице Ахилла. «Не заслоняй мне солнце» – Александр Македонский и Диоген. Александр Македонский в битве с персами при Гранике. Александр Македонский и Диоген. Александр Македонский перед Диогеном. Александр вступает в Вавилон. Встреча Александра Македонского с семьей Дария III. И в 19 веке продолжали вспоминать Александра Македонского. Картина «Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу». По непонятной причине в 17-19 веке и в России, и в Европе зачем-то решили вспомнить события 2000-летней давности и написать множество картин. Допустим, в Европе была своя особая, непонятная нам атмосфера, а в России зачем решили вспомнить это событие? Не кажется ли вам это странным? Я думаю, вы обратили внимание на головной убор Александра и сравнили его с головным убором Ивана Грозного. Это же один и тот же головной убор. Это может означать, что жили они в одну эпоху. Но нам объяснят, что это аллегория. Гои должны верить словам специально обученных людей, а не своим глазам. Мы знаем про Екатерининский сдвиг, про придуманные тысячелетия. Если это убрать, то получается, что Александр Македонский жил не так давно? Если уйти в прошлое на поколение и рассмотреть период царствования отца Александра Македонского Филиппа II Македонского, то можно обратить внимание на следующее. Филипп Македонский воевал со скифами, подробно об этом смотрите здесь.
Так вот, Филипп Македонский во всех текстах ходит войной не на народ или страну, а на определенный город. Названия городов известны и перечислены: Фессалия, Амфиполь, Мифона, Афины, Олинф, Перинф, Византий, Коринф. А когда Филипп II Македонский идет войной на Скифию, историки почему-то решают, что он идет не на город, а на землю кочевников – Скифию, которая, по их мнению, была вокруг Черного моря. Но Скифия – это еще и античное название города Москвы, и если в текстах говорится, что Филипп Македонский пошел войной на Скифию, я думаю, что это нужно понимать, что он пошел войной на город Скифию, который теперь называется Москва. Битва между Филиппом II Македонским и царем скифов Атеем произошла у реки Истер. Скифский царь пал в этом сражении в возрасте более 90 лет. Скифы потерпели поражение, точные потери неизвестны, описывается, что 20 тысяч скифских женщин взяли в плен. Я думаю, погибло сопоставимое количество мужчин. Известны две реки с похожим названием. Истер впадает в Черное море, а Истра впадает в Москву-реку. В те времена умерших сжигали, собирая зольные курганы. Есть ли курганы у берегов Черного моря, я не знаю, зато по обеим берегам реки Истра, рядом с впадением ее в Москву-реку, находится более 100 больших старинных зольных курганов. Что это за курганы, историки не торопятся объяснять. Жреческие историки указывают, что Филипп II Македонский пошел на север, на Скифию. А если бы он пошел на Скифию, которая была вокруг Черного моря, то относительно Македонии Черное море находится на востоке, а не на севере. Потом можно вспомнить, что царь скифов Атей говорит, что земля скифов неплодородна, а климат холодный, что актуально к подмосковному климату, а не к окрестностям Черного моря. Еще интересный факт, когда Филипп Македонский хотел подарить Атею бронзовую статую Геркулеса. Атей говорил, что если Филипп вторгнется в его владения с армией без спроса, он низвергнет статую, а металл переплавит на наконечнике для стрел. Статую Геркулеса надо было куда-то поставить, в идеале в каком-то городе на соответствующем постаменте. Куда ее поставить в окрестностях Черного моря, если официально скифы были кочевниками? Просто в степи поставить статую – довольно странная идея. А вот если македонцы шли на Скифию Москву, подходящим постаментом является лобное место. Из фрагмента с переплавкой статуи на наконечнике для стрел можно сделать вывод, что в то время был локальный бронзовый век. В те времена было нормальным явлением делать наконечники для стрел из бронзы. То есть после катастрофы еще не развили технологии для получения железа. Железо плавить сложнее, а вот переплавлять что-то старое из бронзы значительно проще. Мне вспомнился период в российской истории, когда много изделий тоже делали из бронзы, например, известный царь-колокол или царь-пушку. Также из бронзы делали похожие изделия в Анатолии. Есть ли доказательства того, что скифы были куда ближе к нашему времени? Их много. На европейских картах продолжают рисовать Скифию и Сарматию до 17-18 века. В гробнице археологи сумели найти довольно целые кости Филиппа II Македонского, по которым они определили характер ранения в колено. У историков кости могут храниться тысячелетиями, а вот у судмедэкспертов кости истлевают гораздо быстрее. На официальном памятнике Минину и Пожарскому царь, предположительно Филипп II, прогоняет воинов, один из которых во фригийской шапке. Фригийская шапка, фригийский колпак, старинный головной убор, его также можно увидеть на золотой чаше, найденной в скифском или чудском кургане в Крыму. У скифов на щите языческий образ, медуза Горгона. Людей в скифских шапках рисует и Пиранези. Василевс у скифов означало «царь», немецкие историки могли принять это за отчество. Как версия, отчество Васильевич на самом деле это титул и означало «царь». Васильевский остров в Петербурге означает «царский остров». Курганы Чуди в Крыму и Украинской ССР полные золота, официально чуть ли не 2000 лет стояли заброшенные. Их почему-то никто не раскопал. Это может говорить о том, что брошенные курганы простояли не так долго. В Кремле был Чудов монастырь. Также вспомним про Чудское озеро. Амазонки – современницы скифов. До сих пор на юге России вместо слова «вдова» используют слово «амуженка». Множество городов имеет окончание «поль», что означает «город». Некоторым городам дают подобные названия и в 18 веке.
Переименование рек с античными названиями на современные, причем старинные названия можно увидеть на европейских картах 16, 17, 18 веков. Истр – Дунай, Тир – Днестр, Гипонис – Южный Буг, Брисфен – Днепр, Пантикап – возможно, Псел, Гипокирис – возможно, Ингулец, Гер – Молочная, Танаис – Дон, Ра – Волга. Когда Македонский шел войной на Индию, после похода в горах осталась часть войска. Сейчас их называют калаши и памирцы. У нас есть знакомый македонец Диме, и он с ними разговаривал на современном македонском языке. Древней формы македонского языка не существует. Как звучит современный македонский язык, заглядывайте в Телеграм. Есть ли доказательства, что Россия наследница Скифии, а скифы являются предками русов? В учебниках 18 века писали, что Россия прежде называлась Скифия. Что будет, если соединить историю России и Скифии? Исчезнет пустая и лишняя тысяча лет, исчезнет безмонетный период. История России будет более понятной и логичной. Россия – наследница Скифии. Моя версия событий такая. Была высокоразвитая цивилизация Скифия или Гиперборея. Произошел античный потоп 1400-1500 года. Города и промышленность были уничтожены. Люди выживали в горах. Македонцы на Балканах, скифы в Крыму. Были местные разборки, как в 90-е, и Филипп II Македонский пошел войной на Скифию Москву. Македонцы победили, погибших сожгли, а пепел похоронили в курганах рядом с рекой Истр. О победе македонцев свидетельствует и барельеф. Об оттеснении чуди на восток и на север также пишет Ломоносов. После начинается время Ивана Грозного. Что было дальше, смотрите по ссылкам в описании. Я думаю создать плейлист, в котором буду размещать ролики в соответствии с хронологией, чтобы было понятно. А на этом все, до новых встреч, пока!